вот это, понимаешь? Это давно сделано, это как держит любой удар. Нормально. Понимаешь, под ножом, конечно, постояло все. Ну вот, видишь. Вот это пульт управления был. Он уже, скорее всего, уже не к черту его уже тут. Ничего от него. Электроника ничего. Прилетела бомба. У нас машина, как раз в феврале мы стали на профилактику. Вот этот вот, видишь, он котел разбалчивается вот здесь. Вот эта часть его была отъехала, а часть трубки, источник был, это мы с ним работали. И вот прилетает, и вот это все падает на вот этот ускоритель. Тут... И нельзя было подойти, и нельзя было заходить на территорию, потому что непонятно, где тут что было. Вот это все, вот это вот раскрыто. Дождь, снег, все что угодно. Короче говоря, потратили очень много денег для того, чтобы вот это все убрать, снять. Вот эти все блоки, которые вот тут валялись, вот это чтобы снять и очистить. И мы еле подъехали, потому что, обрати внимание, вот ты его сними, посмотри, раненый, пробитый осколками. Говорите. Лариса Михайловна хочет сказать, дайте гроши. Я говорю, у них эфир на 3,5 минуты. Вы уже полминуты на... Посмотрите. Ну все окна побили. Тут в основном все друга грязь. Сегодня там по второй половине. Вытащили. Саперы. Тогда электричество. Це вирви, які були знайдені нами, але після огляду з'ясувалося, що це вирви після вибухів ФА-500 авіаційні бомби. Це що в кабінет летіло. Оце 152-й, а оце міна, похоже. В значительной степени то, что разрушения, которые есть на территории института. Удары по данной установке были целенаправленные. Вот в эту стену попало 7 ракет. В сумме, ну, в начале с некоторым интервалом времени. И на крыше, ну, примерно 10 мин попало. Ну вот, основное, стена выдержала эти удары. Теперь, ну, повреждения, конечно, приличные, но мы своими силами вот делаем ремонты. Они могут это разнести, но это же и затруднит их Белгородскую область, тогда радиоактивная. Мы уже тут прилично наработали, мы физпуск совершили. У нас уже, ну, это не Чернобыль будет, но будет приличное заражение. Значит, в том числе и Белгородскую область затронет.